Приветствую всех на своем канале. А на ужин сегодня пшенка со специями. Вот тут в середине сливочное масло, которое сейчас должно растаять. Ну и рыбка, горбуша вот такая вот запеченная. Перемешаем масло. Специи, масло перемешаем. Ну и все. Можно есть. Шикарно, с рыбкой. Рыбку я купил в кулинарии. Получается 60 рублей за такой кусок. Ну, а пшенку сварил сам. Рыба просто огонь. Да и пшенка нормальная. Очень люблю на самом деле рыбу. Самому, конечно, неохота готовить что-то. Особенно рыбу. Так бы каждый день бы ел бы. Минтай, горбуша. Супер вообще. А больше не надо. Да я больше не пробовал рыб-то. Ну ты же пробовал там в консервах там. Консервы это не то. В жареном, запеченном только. Минтай да горбуша. Ну и речные рыбы пробовал. Там костей много. Так что минтай и горбуша у меня в топе.
самых вкусных рыб на сегодняшний момент. Конечно, есть и вкуснее рыбы, не спорю, но я их не пробовал. Ну все, ужин был просто на высоте.